Это мероприятие – результат объединения усилий местной администрации и активной молодежи города. Участники осматривают объекты, где могут бесконтрольно находиться дети. Это игровые и спортивные площадки, недостроенные здания, парки и пляжи. В этот раз юные воспитанники детско-оздоровительного лагеря «Круто» отправились на городской пляж. Они в очередной раз напомнили жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности на водоемах. Наше дело предупредить, чтобы не было несчастных случаев, связанных с нашим пляжем, с водой, для того, чтобы дети и взрослые знали правила поведения на воде. С помощью танцевального флешмоба и спортивных игр ребята привлекли к себе внимание. Собрав любопытные взгляды отдыхающих, они раздали им тематические листовки с рекомендациями. Дети рассказали, как правильно вести себя на воде и что делать в случае судорог ног или если человек захлебнулся водой. Такая вещь, например, как судороги в воде, это очень опасно. Я с этим сталкивался очень часто. Также использовал по памятке технику безопасности и все обходилось без каких-либо серьезных вещей. Основная задача акции – повысить бдительность всех взрослых для обеспечения безопасности детей. Ребята очень надеются, что их работа не будет напрасной и получит необходимый отклик в сердцах десногорцев. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.